Всем привет! Меня зовут Валерий Летенков. Сегодня я хочу рассказать вам про наш кейс «Покупка нежилого помещения с последующей сдачей в аренду, приносящая нам прибыль 21% годовых». В феврале 2019 года нами было приобретено нежилое помещение с муниципальных торгов у города общей площадью 44 квадратных метра, цокольный этаж в жилом доме. Помещение было куплено за сумму 2 миллиона 600 тысяч рублей. Рыночная стоимость данного помещения составляет примерно 4 миллиона рублей. Помещение расположено по адресу: город Москва, Нагатинская набережная, дом 54. Помещение имеет отдельный вход со стороны Нагатинской набережной. Коммуникации там центральные. Состоит оно из двух комнат. Есть санузел. Высота потолков 2,7. Соответственно, у города, когда мы приобретали это помещение, оно было под ремонт. Так, а давайте теперь сделаем вывод и посчитаем математику. Помещение полностью под ключ, получается, нам обошлось в 2 миллиона 880 тысяч рублей. Арендатора мы заселили за 50 тысяч рублей ежемесячно. Получается 21% годовых у нас выходит с арендатором. Но на данное помещение у нас есть дополнительный доход. Об этом здесь озвучивать не буду. И если данное помещение сейчас выставлять на продажу, то рыночная стоимость у него будет где-то от 5 до 6 миллионов. Можно ожидать, что мы за эти деньги его продадим. Это помещение наше, что будет видно по документам. Посмотреть его можно будет в любой момент. Я буду организовывать на данные объекты, которые мы покупали для себя, экскурсии. Поэтому записывайтесь, звоните. Организуем экскурсии, покажем, расскажем все подробнее.